кормим черепаху. Сегодня у нее на ужин будет отварное мяско куриное. Ну, даже не отварное, а такое полусырое, полуваренное. Заливаем кипяточком. 10 минут сейчас постоит. Пойду кормить. Курочку я почитала, можно. Мясо нельзя никакое. Ни из говядины, ни из свинины, ни из баранины. А вот курочку можно. Сейчас немножко постоит, пойду кормить. Посмотрим, как оценит наш черепашонок, который, кстати, еще без имени. Предлагайте варианты имен для нашего динозавра. Я подошла. Тут же подплыл. Красавчик. Тут же. Ну что, начинаем кормить. Вот, два кусочка курочки. Дам, наверное, один, потому что лопнется от такого количества курицы. Открываем. Так, где он? Вид сверху. Так, беру кусочек. Сейчас будешь нямкать. Забрасываем. Оп. Так, еда сзади. Ищи. Как же я тебя не понимаю. Где какая еда? Ну, сзади кусочек. Ну, что мне нырять сейчас доставать? Поднос тебе подсовывать? Дурали, развернись. О, начинаю что-то искать. А вот кусочек лежит, вот. Ню. Слышится, не видит. О, пополз, пополз. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Оп. Ничего себе, Кусман. Обалдеть. Ну все, разгрызай. Сейчас посмотрим, кстати, как он будет разрывать. Можно было кусочек, конечно, поменьше сделать, но я решила именно большой, чтобы... Так, вылазит. Чтобы посмотреть, как он будет отрывать по кусочку. Вылазит на островок. Нет, назад. Носится с этим куском. Как курица с яйцом. Ой, ой, не получается. Оп. Так, опять назад. Передумал. Боже, скажи, ты такой шашлык кинули. Не знаю, что делать. Так, плохо видно. Короче, отвернулся к нам хвостом. Ничего не видно. Фреечка. Кошка пришла. Ну. Вот тебе раз. Спрятался и жрет под водой. А я ничего не вижу. Э, сюда повернись. Ничего ж не видно. О. Выплывает. Вот он заплыл под островок. Там свет не попадает, поэтому очень плохо видно. Ну, в общем, кушает. Вареную курочку или вот такую, ну, не вареную, полуваренную, можно им давать. Нельзя давать никакого мяса, а вот курочку очень даже с аппетитом, я вижу, точит. Плохо видно. Ну, а второй кусочек отнесу ежику. Вылез немножко на островок. Оп, лапой себе помогает. Отрывает по кусочку. Ух ты! У него когти как вилка. Как ножики. Лапкой держит и отрывает. Так, уплыл кусочек куда-то. Так, где он? Вот он.
уже под водой. Нерца дает за кусочком курочки. Уплыла курочка. Вот он. Вот вкусненько ему. Поймали. Аппетит у него хороший, очень хороший. Просто ест, как будто неделю не ел. Вчера кормили, вчера давали и мидию, и мотыля. Ну все, дня два, два дня точно не буду кормить. Ух ты, как отрывает. О, вылазит подышать из воды. Передохнул. Сейчас опять будет жевать. И это куда уползаешь? Там не видно ничего. Оп. Очень интересно кушает. Аппетит хороший у него. Ну все, он почти все и доел. Кусок большой. Я думала, все не доест. Доел только так. Ну второй точно уже не буду давать, потому что хватит ему и этого. Лопнется. Панцирь лопнет, жирный станет. Доедай, доедай. Так, маленькие кусочки. Нямк. Нямк. Все, до последнего кусочка доел. Остаточки еще собирает. Ну, малюсенькие крошечки. Коник, чувствую, вырастет. Так, сейчас будет нырять и искать, осталось ли еще что-нибудь на дне. Нет, это не еда. Смотрит розовую штучку, он какая-то бубушечка упала, надо достать. Это еще схавает. Нет, не ешь это. Это цветочков резиновый, декор, наверное. Может, так что-то попало, не знаю. Сейчас достану, а то съест. Ну все, плывает, наелся, довольный. Плыви сюда, скажи спасибо. Сюда-сюда плыви. Ух ты! Блин, ну конечно, крас у него просто шикарный. Дай пять. Красавчик ты. Не, ну что ты опять еду ищешь? Хорош. Слушай, опять ищет еду, ну. Все, отойду, а то не успокоится. Пусть лезет на свой островок греться.